Саенко Анастасия, 7 класс. Николай Носов, метро. Мы с мамой и Вовкой были в гостях у тети Оли в Москве. Первый же день мама и тетя Оля пошли в магазин, а нас с Вовкой оставили дома. Дали нам старый альбом с фотографиями, чтобы мы рассматривали. Но мы рассматривали, пока нам это не надоело. Вовка сказал: «Мы так и Москву не увидим, если целый день будем дома сидеть». Стали глядеть в окно. Напротив – станция метро. Я говорю: «Пойдем на метро покатаемся». Пришли мы на станцию, спустились по лестнице и поехали под землей. Сначала показалось страшно, потом ничего, интересно. Проехали 2 остановки, вылезли. Осмотрим, думаем, станцию и назад. Стали осматривать станцию, а там лестница движется. Люди по ней вверх и вниз едут. Стали и мы кататься. Вверх и вниз, вверх и вниз. Ходить совсем не надо. Лестница сама возит. Накатались мы по лестнице, сели на поезд, поехали обратно. Приезжаем через 2 остановки. Смотрим, не наша станция. «Наверное, мы не в ту сторону сели», — говорит Вовка. Сели мы на другой поезд, поехали обратно. Приезжаем, опять не наша станция. Тут мы испугались. «Надо спросить кого-нибудь», — говорит Вовка. «Кого же ты спросишь? Ты знаешь, на какой станции мы садились?» «Нет, а ты?» «Я тоже не знаю». «Давай ездить по всем станциям, может, отыщем как-нибудь», — говорит Вовка. Стали мы ездить по всем станциям. Ездили, даже голова закружилась. Вовка стал хныкать. «Пойдем отсюда». «Куда же мы пойдем?» «Все равно куда, я наверх хочу». «А что тебе наверху делать?» «Не хочу под землей», и начал реветь. «Не надо, говорю, плакать, милицию заберут». «Пусть забирают. Ну пойдем, говорю, пойдем. Не реви только. Вон, милиционер уже смотрит на нас». Схватил его за руку и скорее на лестницу. Поехали наверх. «Куда же нас вывезет?» Думаю. «Что теперь с нами будет?» Вдруг смотрим. Навстречу нам по другой лестнице мама и тетя Оля едут. Я как закричу: «Мама!» И они увидели нас и кричат: «Что вы здесь делаете? А мы никак выбраться отсюда не можем!» Приехали мы наверх и скорее вниз, за ними, вдогонку. Вдруг смотрим, а они навстречу нам по другой лестнице едут. Увидели нас, кричат: «Куда же вы? Почему нас не подождали? А мы за вами поехали!» Приехали мы вниз. Я говорю Вовке: «Подождем, они сейчас к нам приедут». Ждали мы их, ждали, а их все нет и нет. «Наверное, они нас ждут», — говорит Вовка. «Поедем». Только мы поехали, они навстречу по другой лестнице едут. «Мы вас ждали, ждали», а вокруг всех хохочут. Приехали мы снова наверх и скорее за ними вниз. Поймали на конецах. Мама начала бронить нас за то, что ушли без спросу. А мы стали рассказывать, как потеряли станцию. Тетя говорит: «Не понимаю, как можно потерять станцию? Я тут каждый день езжу и ни разу станцию не потеряла». «Ну, поедем домой». Сели мы на поезд, поехали. Тетя говорит: «Эх вы, пошехонцы! Искали рукавицы, а они за поясом. В 3 соснах заблудились. Потеряли станцию». И вот так всю дорогу смеялись над нами. Приехали мы на станцию. Тетя вышла, осмотрелась и говорит: «Тьфу, совсем вы меня запутали. Нам на Арбат надо, а мы на Курский вокзал приехали. Не в ту сторону сели». Сели мы на другой поезд и поехали обратно. И тетя уже больше не смеялась над нами и пошехонцами не называла.